Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Объявили дефолт. Нам играют живые Битлз и стареющий Адриан Пол. Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь о железную старость. Наши дети ругаются матом, нас самих почти не осталось. А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Лишь на первый взгляд далеко. Мы везем московские тайны по секретным веткам метро. Не найдя подходящего слова и не зная других аккордов, мы теряем друг друга снова в бесконечности переходов. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метро.